выручка – это порядка 50 миллионов. Моя чистая прибыль составляет где-то 30%. Ну, в среднем я стараюсь на себя откладывать на свои расходы порядка 200 тысяч. Все остальное, оно оседает на предприятии. Здравствуйте! В эфире новости Майкопского телевидения. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов накануне провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. На заседании обсудили санитарно-эпидемиологические